Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, рыбу забрали. Сегодня будем дальше проходить наши события. Четверяк, нифига себе. Слушай, он мне напоминает скалотряса, даже тот же самый удар у него. Вот показывается, кубарем он, короче, катится и бомбит. Наверное, сразу же приступим проходить события, а потом уже все остальное доделаем. Поехали. Так, нам сегодня второй день. Ну, точнее, ну как, второй раз мы проходим, да? За три раза мы пройдем это событие полностью. Так что надо постараться. Ну и что мы тут видим? А видим здесь... Воу, три волны. Слушайте, ребят, ну это уже... Это уже напряженно. Три волны, плюс у нас... дамагеры, так скажем, да? Которые наносят офигенный урон. Ну-ка, давай-ка я с этого начну, потому что я знаю прекрасно последствия. Но это тоже будет сейчас глушить. Вот он какой, а, ты посмотри. Так, ударяем. Дальше что? Сделаем так. Слушай, ну я думаю, что мы успеем, наверное, хильнуться, да? Должны же успеть. Потому что без хила делать нам нечего. И это только лишь вторая волна. Кого будет бомбить? Пошел на барсика, да, значит? Ладно. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Добьем этого малыша. И тут остается у нас громорок. Один. Так, подожди, поехали. Наверное, хиляться будем. И укус. Ребята, на следующих своих длинных выходных я, наверное, буду делать стрим по растению против зомби героя. Буду с подписчиками играть. Так что, если что, пишите об этом в комментариях. Как вы думаете, стоит вообще делать его или не стоит? Я думаю, что стоит. Думаю, многие хотят поиграть. Вот, и такая возможность будет на стриме. Надо будет подготовиться, и главное, чтобы все пошло ровно. Никаких у меня там этих проблем со здоровьем и тому подобное. В общем, понимаешь, да? А то опять, как всегда, заболит горло. Еще там что-нибудь. Все непредсказуемо. Так, барсик, живи, живи. Ты мне нужен, ты добьешь его. Отлично. Так, ребята, крутим рулетку и забираем здесь 262 миллиона рыбы. Ну, слушай, нормально. Очень даже неплохо. Это максимальное количество, насколько я помню. Так, и у нас начинается мини-босс. Неужели опять три волны? Не, я этого не переживу. Давайте две. Нет, все-таки три волны, но в первой волне, как мы видим, только лишь один громорог 17 уровня. Ну, кривоклык им займется, я думаю. Давай снизим ему защиту. На следующем ходу ему должна быть, по идее, крышка. Он уже не знает, то одного бомбанет, то второго. Начинает свои силы тратить, короче, непонятно на кого. Так, этого я оставляю. Он мне как бы сейчас особо здесь не нужен, он меня не пугает. А вот пристеголового этого надо завалить. Попытаться как можно быстрее, естественно. Так, минус, ну что, лаварык, давай пообщаемся маленько. Защиту будет? Да, конечно, защиту. Ну что он вообще может себе поставить? Лучше бы, конечно, надо было не... Да, лучше бы хильнуться надо было. Ну ничего, у нас энергия есть, я думаю. На следующем... На следующей волне. А у нас... Да, у нас мини-босс тут, кстати. И я тебе скажу, что... Ну вот это, наверное, будет опаснее. Потому что он фаерболами все-таки бомбит. А вот громорог... Ой, громобой. Громобой там ничего особого нам не сделает. Укусит. Ну это ерунда. А вот этот вот, если начнет бомбить усиляшками своими, это будет труба. Но мы проходим здесь. Так, этого сейчас завалим и... Он даже не попал. Ты понимаешь, он не попал, он просто промазал. Так, понижаем защиту. Укус.
Ну и что ты сделаешь? Молодец, укусил, молодец. Так, получи и распишись. До свидания, дядя. Ну, а мы, плавно не спеша, тихо шифером шурша, забираем плод мудрости. Опять какая-то очередная подготовка к чему-то идет. 100%. Так, ну что, ареновский пак, который содержит новичков. Ну, новички, ребят. Кстати, ребят, шторморез, ну, не совсем скоро. Но, тем не менее, прокачивается у нас. И скоро получит он новый уровень, 19-й. Эх, Барсик, когда же ты-то у меня прокачаешься, а? Меня вот это больше интересует. Когда у меня прокачается Барсик? Он самый маленький у меня по уровню из нашей тройки вот этой великолепной. На-ка, выкуси. Слушай, а тебе не кажется, что у него слишком офигенная инициатива? Нифига он сделал. Он сейчас сходил, потом второй расходит. Эй, парень, брось-ка нафиг газульку-то, а? Совсем припупел, я смотрю. Два раза ходит заход. Так, я здесь просто сделаю укус, потому что мне надо будет лечилку забрать. А этот кого будет сейчас кусать? Ну, понятно, все. Тут, ребят, само собой разумеющееся, бомбит того, кто слабее всех. Ладно, подлечим наших бойцов. Отлично. Лучше пускай он Барсика бомбит, потому что Барсика полная полоска ХП была. А мы еще раз залечимся. И последняя волна здесь у нас. Ну, ничего страшного, в принципе, не вижу. Вот единственное, что Костолома надо будет бомбануть как можно быстрее. Ну, что ты там фыркаешь? Ну, что ты фыркаешь? Фыркает он мне. Так, этого добиваем. И остается последний. Ну, он зеленый страж, поэтому немножечко подольше его будем бомбить. Но зато нас трое, а он один. Воу-воу-воу, кого глушить? Барсику перепало. Ну что, добивай его тогда, Кривоклык. Отлично. Ну что ж, давай посмотрим, что на этот раз нам выпадет. Да ладно, плод мудрости аж две штуки. Точно к чему-то готовят, ребята. Видимо, здесь в конце будет серьезный босс. Вот этот вот. Но до него нужно еще добраться, как ты понимаешь. Ну что, у нас поединок за загадочный пак сейчас будет. Угу. Сородич шепота смерти. Поехали прописывать ему. Ну и что ты сделаешь? На двух энергиях ты ничего не сделаешь. Ну, бомбит, он, блин, понизил, ребята, мне атаку. А, значит, кревет и пристиголовый. Да они оба как бы опасны, на самом деле. Но я все-таки буду уничтожать, скорее всего, кревета. Видишь, что вытворяет? Так, поехали сюда. Залечим раны. Жалко, что вот когда мы с тобой лечим раны, мы не снимаем дебаф. Ха, уклонение сработало. Это круто. Да ну нафиг, я уже думал, сейчас мы его бомбанем. Не тут-то было. Так, третья, последняя, заключительная волна у нас здесь. О, ветрокрыл. Тысячу лет его не видел. Честно говоря, еще бы столько его не видеть. Блин, как он бьет здорово, а? Ты посмотри, снимает сколько здоровья. Даже не знаю, правильно ли я делаю. Нет, ну если мы оставим ветрокрыла одного, нам потом будет с ним проще разобраться, потому что энергия будет накапливаться быстрее, и, соответственно, мы в слепоту его будем... как говорится, отправлять в слепоту. Вот сейчас начнем и будем его уже отсюда не выпускать, просто бомбить, бомбить, бомбить без остановки. Так, ой, зачем я это сделал? Зачем я вот это сделал сейчас? Истратил. Блин, мне может не хватить. Но если он, а он, смотри, он не стал тратить суперудар, прикинь. Ну тогда иди ты в опу. Ну, древесина. Почти 200 миллионов. Но она тоже нам пригодится. Нам надо будет драконов отправлять, как говорится, на поиски железа. А вот и загадочный пак. Давай, забирай его.
И последний поединок на сегодня. Это у нас мини-босс, собственно, персоны. Давай посмотрим, кто там. Так, вначале нас встречает Хоферсон и... Блин, я все время забываю, как его звать. Громозека, короче. Глушилка, как его еще можно назвать. Так, пойдем, наверное, этого бомбанем. Хоферсона здесь не должно у нас быть. Да ладно, он еще раз ходит. Ну ты посмотри. Он сходил, потом еще раз бомбит. Засранец мелкий, а? Ну давай я так, наверное, сделаю. Попробуем сейчас. Атакует и атакует, атакует и атакует. Без остановки. Да. Вдвоем. Вдвоем они сейчас сходят. У меня здесь выбор невелик. Мне надо будет, наверное, все-таки... Ну да, хиляться. Тут пониженная атака. С него, как говорится, как с козла молока. Трогать его, точнее, бомбить он будет слабо. Офигели, что ли? Так, в минус. Неугомонный-то какой, а? Ну, Барсик, ну ты же мог его бомбануть, добить. Ну почему ты оставляешь ему микроны какие-то на здоровье, ну? Как специально делает все это? И вот у нас последняя волна. Да, вот этого надо, мне кажется, в первую очередь уничтожать. Через хилочку, да? Хилочка нам нужна. Нам нужна хилка, потому что, ребят, у Кривоклыка очень мало здоровья. Раз, два, три, сейчас втроем сходит. Так, и этот еще, где он там, Гаврик, вон он. Ну, тут понятно, тут Барсик беспомощен. А этот себе, ребята, поставил усиленную атаку. Фигею, блин. Просто половина хп, хоп. Как будто здесь и не было этого. Ну, давайте, еще и так сделайте. Добить надо вот этого тогда, получается. Кому-то сейчас, по-моему, не поздоровится, и это будет Кривоклык. Понятное дело. Я говорю, они бьют того, у кого мало хп. Ну, а мы добиваем. Так, выпадает древесина. Ну, все. На сегодня поединки у нас закончены именно на арене. И в следующей серии мы уже допройдем это событие. Надеюсь, будет не очень сложно. Ах, рыба, я надеялся, что мне шлем выпадет. Но нет, шлем мне, к сожалению, не выпал. Ладно, давай отправлять нашего... Подожди, подожди, отправлять. Мы же... Секунду. Мы же, по-моему, можем ему уровень прокачать. Или я что-то путаю. Нет, можем. И есть, ребята. Беззубик получает у меня 92 уровень. А следующий сколько? 495 миллионов нужно для того, чтобы поднять мой левел. 495. Это почти полмиллиона древесины, ребят. Это жесть. Но это серьезно. Это жестко. Так, подожди, вернись, я не то делаю. Ты у меня пойдешь за железом, конечно же. Ух, пол ляма, офигеть. Так. Пол... Подожди, а почему пол ляма? А. Секундочку. А, нам древесины нужно пол лямы. Мы его отправляем на обучение. Вот оно что. Так, секундочку, но это, я думаю, я смогу сделать. Так, где наши добычки древесины? Где наши добычки древесины? Ну, этот-то понятно, этот не получится. Да ладно. Я уже думал, громилет меня будет до последнего мурыжить. О, смотри, какой... Какой он стал прикольный, ребята. Вот теперь он действительно похож на
ледяного такого дракона. Чистой воды лед. Прикольно смотрится, вообще ништяк. Редко, когда драконы у нас какие-то меняют формы, но вот этот вот поменял, как ты видишь. А что тут обучить? 15 уровень нужен. Никакого обучения пока нам и в помине тут не светит. Так, задание какое-то сделали мы. А подожди, а вот этот-то где у меня? А, вот он летает. Он до сих пор еще добывает. Он до сих пор еще добывает рыбу. Уже столько времени прошло. Интересно. Так, ребят, здесь железо. Пока не могу я его отправить. И это все лишь потому, что у меня, ну, не хватает ресурсов, друзья. Мне нужно... Древесина мне нужна немножко на другое. Хотя этот 150, прикинь, добывает. Офигеть, 150 миллионов. Древесина он добывает. Так, ну что у нас тут? Яйцо. Так, ну что, продолжайте идти. И они пошли. Пощёль, 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 пощёль. И прищёль. Иди там, тренируйся давай, гаврик. 60 миллионов. Этот тоже, кстати, уже начинает, ребята. 90, а, то есть 350 миллионов он требует на прокачку. Офигеть, цены, конечно. Сколько у нас вообще железа? 2 миллиона... Ой, 2775. Ну, то есть, сам понимаешь, этого еще мало. Очень мало для того, чтобы нам сделать постройку. Там, по-моему, 5 лимонов нужно. А я отправляю обучаться его. А сколько по времени он, интересно, будет обучен? Ну, наверное, долго. Тут не написано. Один день, 2 часа он будет на тренировке сидеть. Так, ну что нам здесь выпадает? Костолом, Громель, Роза Ветров. И 14 рун. Эх, до наградки не хватит. А, нет, хватит, хватит, ребят, хватит. Заберем. Заберем и посмотрим, что у нас там в награде. 500 бабочек. 500 бабочек Болтейна. Так, мы здесь не забрали с тобой пак. Давай-ка откроем. Шторморез, душитель, громобой. Ну и ресурсы, само собой. Отказываемся, отказываемся. Так, теперь давай этих гаврюш отправлять на задание. Допустим, так. Здесь гнездо и руны. О, вот это хороший знак, ребята. Этот знак очень редко выпадает. Вообще редко выпадает, но он нам нужен. Я не помню для чего, правда. По-моему, для... По-моему, для прокачки дракона. Слушай, а где у нас еще вот этот островок-то хитрый? Хитрый островок. Так, блестящий янтарь. Можно, кстати, еще, по-моему, заказать здесь. О, аж 3 штучки. Нормально. С этими еще не закончили. Так, шестереночки 2 штучки. Так, приземление. Ну, давай бесплатно. Здесь. Дай шлем. Нет. Ему выгоднее руны дать мне, чем огромная яма. Полетел в огромную яму. О, сейчас вытяну. Ну тут на... А, яйцо. Я думал, сейчас будет янтарь тусклый. Блин, и тусклый янтарь выпадает. 84 штучки. Да, конечно, мало. Ну, смех на палке, ребят. Что это? Кривоклык. Можете прокачать. Нет.
пускай он идет на задание в приключениях. Пограничная пещера. Так, здесь 6 шестеренок. Вода и еда. Пускай идет бесплатно. Пускай идет бесплатно. Так, у нас рыбы, да? Достаточное количество. Мы можем... Кстати, подождите секундочку. Мы же можем прокачать... Где он у нас? Фига себе, можем. Не можем мы прокачать. Я могу только максимум 2 уровня ему поднять. Тьфу ты, тут древесина нужна. Я попутал, ребят. Я думал, что нам рыба, а тут древесина. Так, подожди, где же эти-то у меня? Орлики-то. Вот, вот они. Так, иди. Скорожал. Ну давай скорожал. Что у нас? Пошел на тренировку, да? Блин, расширить академию надо. Не надо мне ничего расширять здесь. Ничегошеньки пока не надо. Офигеть, всю рыбу потратил, теперь даже не смогу никуда никого отправить. Да, к сожалению, не получится. Ну что, заберем тогда здесь ареновский пак. Шторморез, пристеголовка, столом, отпрыск, громорог. Так, дымодышащий, кривоклык. Ребята, еще одну, ребята, карточку и все. И он у нас прокачается. Всего лишь одну карточку. Но ее опять же будем 1000 лет ждать, пока она нам выпадет. Так, ну что, ребята, вроде бы как все на сегодня, да? Больше у нас ничего нету. Никаких возможностей кого-то что-то куда-то отправить. Или подожди, сейчас глянем. Ну вот, например, скалотряс. Нифига. Тогда вы, ребята... А, вы не можете тоже, да? Все занято и... Рыбные места и лес рубят. Понятно. Получить какую-то новую какая-то акция. Голиам. Прикольно смотрится такой. А он летает. Я думал, что он просто ползает, а он, оказывается, летающий. Грозокрыл. Что-то какая-то акция, ребят, видите, сколько всяких этих. Ну, опять же, акции не про нашу честь, потому что я манал такие деньги тратить. Где там цветочек? 10 дней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, это если только за руны еще попытаться. Так, я сейчас посмотрю, сколько нам действительно нужно еще. Так, получить железо. Больше викингов. Сколько на ветряную мельницу нужно? 5, ребята, 5000 железа. Да, это дофига. Ну что, друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.